Наполовину человек, наполовину демон. Из-за моей родословной ко мне относились как к существу, которое следует избегать. Но и в моей жизни был свет, который озарил меня, нежный, как солнце. Я верила, что если останусь с ним, однажды он сможет изгнать тьму из моего сердца. Я хотела быть с ним вечно. Это все, чего я желала. Но я совершила непоправимую ошибку. Если в моих силах будет спасти его, я не остановлюсь ни перед чем. Чего бы мне это ни стоило, я хочу вернуть то теплое время. Я должна вернуть тот свет, что подарил мне мастер. Если бы я снова его встретила, я бы смогла отплатить ему за его доброту, выполнить давние обещания. Я уверена, я сделаю это.